Всего в поселке Сокол 11 контейнерных площадок, которые функционируют уже длительное время и, соответственно, требуют модернизации. Если в прошлом году отремонтировали только одну площадку на Королева 6, то в этом году сделают больше половины от общего количества. Так уже выполнен ремонт контейнерной площадки на Королева 19. Ведутся подготовительные работы на других адресах. В этом году у нас запланирован ремонт 6 контейнерных площадок. Это по адресам Королева 5, Королева 7, Королева 19, Королева 29 и Королева 21. А также у нас будет сделано 2 новые площадки на строящихся домах, вновь вводимых в эксплуатацию. Там будет сделан полностью комплекс благоустройства и новые контейнерные площадки. Цивилизованный и экологичный сбор мусора в скором времени будет доступен для жителей поселка Сокол. Ведь обустраивают контейнерные площадки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. На новых площадках будет предусмотрен отсек для сбора крупногабаритных отходов. Бетонное основание и вокруг баков, конечно, будет установлено ограждение.